Людмила Малецкая по специальности психолог, а потому свою первую в жизни выставку и назвала «Современность глазами психолога». В глазах мастера кисти современность порой лаконична, иногда абстрактна и иллюзорна, бывают дни, когда она посредственна. Пейзажи, фантазийные композиции, картины, выполненные в компьютерной технике, абстракции, представленные на суд зрителей. 12 полотен рассказывают о том, каким видит автор окружающий мир сегодня. Он красив, но так немногословен. Живопись психоделична, но также я и рисую в стиле компьютерной графики, то есть на компьютере. У меня очень много компьютерных работ, которые я, может быть, в будущем также представлю на выставке. Не зря говорят, что природа и человек – это лучший союз художников. Когда они встречаются вместе, получаются истинные шедевры, которые проносятся ярким болидом, но в памяти сохраняются на долгое время. «Открытые двери» Анатолия Лобковского рассказывают о величии, красоте природы и живописности родных мест. На полотнах «Свитязь», «Крым», «Деревня Крупяны» работы Анатолия Лобковского восхищают какой-то родной узнаваемостью. Вернисаж объединил 26 пейзажей – таких и домашних, и таких прекрасных. Большинство картин писано аллеем, аллея новой працы я уже пробую малевать акрилами. Тому и техника, и она меняется. Кожная фарба потребует свою технику. Тяжко сказать, жанр, вызначиться. Сучасное мастерство. Ажиотаж вокруг картин на открытии вернисажа – это бесспорно первое доказательство того, что эта выставка удалась. Познакомиться с экспозицией могут все желающие до 30 апреля включительно.